16 августа 1977 года капитан ледокола «Арктика» отправил в Москву радиограмму. Прибыли 4:00. В столице прекрасно знали, куда должен был прибыть атомный ледокол. Впервые в истории Северный полюс был покорен в свободном плавании в надводном положении. Легкость, с которой ледокол достиг самой северной точки планеты, не должна обманывать. За рекордом стояли годы исследования Арктики, многотысячные коллективы судостроителей, работников различных научных институтов. По прибытии на полюс первым делом установили 10-метровый стальной стержень. Нет. Это не было попыткой соорудить земную ось. Это был флагшток, на котором в 9:40 подняли флаг Советского Союза. Капитан Юрий Кучиев также прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции Героя Седова, найденного на месте его захоронения. Наш геройский земляк не имел технической возможности достигнуть Северного полюса, зато имел несгибаемую волю и стальной характер. Днем 17 августа в нашем регионе переменная облачность. Температура воздуха 25-30 градусов. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Ночью слабый восточный ветер. Температура воздуха 20 градусов. Малооблачно.